Это обслуга. Загуляю, Галина Александровна. Я приехал пораньше, около шалаша стою. Вот так. Доброе утро! Издалека тут навожу, поэтому так трясется. Березы, вот это у нас тут сочные такие листья. Красавицы березы, это возле лагеря такие выросли. Вот, это вот кельи женские тут спят. Ага, тут оказывается... Березовые суща над ней, надо убрать будет. Вот. Дрова. Утренняя рано утром. Вот вставали в 5. День стал убывать 5:30. Сейчас уже встают в 6. На этом заканчивают. От 5 до 6. Едва растрясут сон. Вот даже видно моя тень какая большая. Солнце только-только взошло. Дети пришли к колодцу, где-то они там, я их тут жду. Эти какая окрестность, рядом стою с шалашом. Вчера тут занятия у них были, Виктор Николаевич вел занятия. Вот как эти столбы ставили. Это все сами делали, все, лагерь. Подведено электричество. Вот натягивать провода, это все делал мой брат Павел Тихонович. Цены нет работник. Ну, сатана спихнул его с прямого пути. Не дал идти, как должно. Эти вот провода, ну еще она высоковольтная. У нас в стороне от них маленькая. Так вот там электричество. То, говорит, вредно. Ну, вредно, высоковольтно у нас тут есть. 750. На самом деле 1 200 000. Напряжение самое высокое в мире. Это с другой стороны от Потеряевки ехать 12 км. И Кибастус. На самом деле рабочая 750 000. А здесь-то 300 идет какая она. Птицы сидят, а там ни одна птица не садится. Никогда не видал. Пчелы не летают под ним, цветы не берут нектар. А здесь как, какое-то или высокое напряжение. Вот только что дошло, тут же трансформатор переделывают. Ну вот, показать наши идут уже. Вот они идут, впереди, видимо, Никита с ведрами, или Володя, я узнаю сейчас. Нет, это Володя, видать. Дальше дети несут воду. Раньше было разбредуться, сейчас никак, сказал, никуда, ни шагу. Под постоянным присмотром. Вместе должны идти. Вот они вместе набрали. Ну, сравни шлангом качать или вот так идти. Это одно удовольствие летом для ребенка пройти. Он пьет, беречь воду будет. Доброе утро. Доброе утро. Вот Егор идет.
Вон разбрелись как. Это на фоне нашего шалаша я тут стал. Необычное место. Вот Алёша. Фуражку не потеряй. Вот. На налой положите сразу. Хорошо. С ведерочками. Видишь, как хорошо. А вот там полведерка плещется. Маленькие. Пьют, значит, должны нести. Вот эти наши девчата тоже что-то там ведерки насыпали. Вот так. Тарасе. Ну-ка покажи, Тарасе, сколько у тебя воды там? Да вот. Ой, я бронил. Понятно. На 4 сантиметра. Вот идет. Да она много несет. Ах ты, красота. Ну ладно, давайте. Вот у них водичка своя теперь будет. Водичка прекрасная. Проходим. Так, подавайте. Подождите. Так, книги туда отнести. Отнесла? Обе пачки. Вот они где у меня берут. А вот так по одному брать и закрывать. Чтоб комарики туда не налетели. Давайте. Вот такое у нас утро прекрасное. Ну-ка. Подожди-ка, тут включи-ка свет. Доброе утро. Что они тут творят, а? Да вот они, как наша морковочка-то. А тут теперь реально хозяйничает. Как бы ее задержать-то туда? Хоть бы долгосрочную программу нашу выполнить. А всего-то ничего, до 2 августа. Как оно так? Ну, представь, нас бросаете. Ну, от одних никого нету совершенно. Прям стыдно становится. Но... Вот от ребятишек берет оттуда из-под шторки, из-под килима и наливает, плеснул стакан воды. Ну, стакан, но это вот тут побольше. И полное. Опять ведерки опрокидывайте туда. Вот так, не зачем открывать целиком. Комарё пускать. Так. Держи крепче, не опрокинуть. Молитвой. Так, когда еще у нас вода? Так, еще что? Еще осталось. Да? А где фляга сейчас придет? Ну, пока поставь, подожди. Большие ведра возьми и налей их, которые у них в руках. Синие. Попроси самые большие сюда. Так, синие ведра. Давай. И залей, бачок залей. Во. Бачок полный. О, сейчас ты это зальешь, у тебя получится. Давай. Вот оно, на дернышке. Давайте. Вот так приучают к труду детей. Не к военному искусству. Рекрут там закрыли православный. Так, теперь подними его в сторонку. Ведра все слепи вместе. Сначала эти поставь точно. Один к одному. Вот так. Давай следующую. Еще два, да? О. Одно. Вот держи. Так. И сколько? Давай. Давай. Последний. Все. Что, все? Все. Ну вот и все, и вопросов нету. Все как положено. Молодцы. Да. Дыма не было сегодня? Не было. Вот видишь как. Маленько потрудились, и уже нету. Ну все. Идите, у вас гимнастики-то не было еще? Нет. Давайте. Тихонович, а у Кирилла сегодня же день рождения. У Кирилла. Что? У Кирилла день рождения. День рождения? У какого? У вот, ну помолиться надо. Сейчас, Кирилл, помолимся. А что день рождения? Ни подарки, ничего делать нельзя на день рождения. Это запрещается. Но пирог-то можно съесть? Можно. Ну вот, пирог будет. Давайте. Есть.
Игнатьевна, смотрите, у меня такие же карманы, как и у вас. Ну, отлично, вот так и должно быть. Только вот эта вот надпись меня смущает. В храм-то не пойдешь. Оторвем. Сделай, чтобы зашили или убрали надпись. Мы оторвем. У нас не положено. Давай. А у меня машина. Вот так. Что у них тут? Вот так, давайте. Собрались. Так, что? Чего не хватает-то вам? Зарядка. Руководителя? Да. А где дядя Володя-то? На кухне. А они с этим... с флягами поехал. А, они с этим пошли. С флягами. Они с флягами пошли, оказывается. Только купил Володя велосипед, и уже кверх ногами стоит. То одно не ладится, то другое. Придумали сейчас продавать, продают, а ключи не дают, отдельно плати. Насос нет, даже никогда бы не додумался, что вот это возможно. Возможно, то и колеса не снимают еще пока. Одну раму будут продавать по частям. То есть конца края нет, хитрости, изворотливости, жадности. Ну как, без насоса продают, покупай. То есть, а не нужен насос, бери отдельно. Вон они где, Володя, ищем. Вот так. Все пока на этом.